22 ноября редакция газеты «Светлый шлях» отметила 80-летие со дня выхода первого номера районного издания. Праздничное мероприятие по этому поводу прошло в Государственном учреждении образования «Сморгонская детская школа искусств» имени Михаила Клеофаса Агинского. Редакции газеты «Светлый шлях» исполнилось 80 лет. Сразу же с первого номера, который вышел осенью 1944 года, газета стала важным источником информации для жителей района. Отражала события не только регионального, но и мирового масштаба. Над ее созданием трудилось не одно поколение редакторов, корреспондентов и фотокоров. Все эти годы районная газета живет одной жизнью со страной, областью и очень близко с родной Сморгонщиной. Со сцены в этот день звучало немало теплых слов в адрес тех, кто является голосом нашего района, оперативно информируя сморгонцев о происходящих событиях и освещая ключевые темы развития своего района. Газета на протяжении всех 80 лет была основным правдивым информационным источником в районе. Конечно, были разные времена, было много горестей, было много радостей. И сейчас, не изменяя традиция, мы остаемся таким народным голосом, народным рупором. И все благодаря тому, что держать эту планку очень сложно, и все благодаря тому, что 80 лет в коллективе трудятся, работают настоящие профессионалы. Мы, в свою очередь, коллективом, которым сейчас трудится в редакции, это ни много ни мало 20 человек, обещаем вам, что, как и все 80 лет, будем стараться делать все на благо развития нашего района, нашего города, нашего издания и нашей Республики Беларусь. Отпраздновать юбилей редакции собрались не только нынешние сотрудники редакции, но и ветераны. Те, кто отдал много лет благородному труду в районной газете. Поздравить районку пришло местное руководство, представители трудовых коллективов и общественных объединений, священнослужители православной и католической христианских конфессий, а также те, кто любит нашу газету и выписывает ее уже много лет. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу. Спасибо, потому что то, что вы делаете, это действительно дорогого стоит. Сегодня вы освещаете пульс нашей страны, всю ту идеологическую работу, которую нужна нашим людям. Вы пишете о тружениках села, взаимодействуете с органами власти. Я хочу вам сказать слова благодарности и низкий поклон за вашу работу. Современный «Светлый шлях» – многопрофильное предприятие, достойно представляющее свой регион на медиарынке страны. Редакция – это не только газета, но и телевидение, сайт и широко представленный в соцсетях контент. 80 лет. Солидный возраст. Возраст для человека тем более, для учреждения также это значимый возраст. За 80 лет очень многое поменялось в нашей жизни, но мне кажется, оставалось неизменным одно. То, что наш читатель, наш житель своевременно получал необходимый информационный материал, который, как одна из потребностей современного человека. Впереди у редакции новые планы, проекты и задачи. Но можно с уверенностью говорить, что честная и правдивая информация о жизни страны и региона, а также проблемы, чаяния и заботы наших читателей останутся неизменным профессиональным ориентиром всех журналистов «Светлого шляха». Редакция нам с собой.